Вращение в тазобедрию. Ножку подняли, коленочку отвели в сторону. Для того, чтобы не падать, упираемся большим пальцем ноги и мизинцем в пол. В другую сторону. Другой ногой. В другую сторону. Шаг на месте с захлёстом голени. Разминаем наши коленки. Достаточно. И вращение стопой. Ножку вперед вытяни, Антон. Другую сторону и другой ногой. И в другую сторону. Закончили. Сегодня мы будем делать упражнения круговым методом на координацию. Я показываю, вы со мной вместе вспоминаете, как их делать. Первое упражнение. Собака мордой вверх, мордой вниз. Становимся на четвереньки. На выдох поднимаем колени от земли и прогибаемся. Выдох. Грудная клетка тянется к коленкам. На вдох опускаем таз. Вдохнули. Выдохнули. Собака мордой вверх. Собака мордой вверх. Вниз не роняем таз, опускаем плавно, поднимаем плавно. Все движения плавные на растяжку задней поверхности бедра и ягодичных мышц. Так, дальше у нас скалолаз. Упор лежа, коленочка тянется к груди. Лопаточки стараемся не проваливаться, раздвигаем их. Одна коленочка груди, другая коленочка груди. Хорошо. Дальше лодочка диагональ. Ложимся на живот. Ручки выпрямляем вперед. Ладошка смотрит на ладошку. И поднимаем правую руку, левую ногу вместе. Затем левую руку, правую ногу. Голову не задираем наверх, подбородочек на себя. Попробовали. Хорошо. Дальше. Кошечки. Садимся в позу ребенка. Ладошки упираются в пол. Проползаем вдоль пола. До ладошек касаемся грудной клеткой пола и поднимаемся. Затем уходим в обратном направлении таким же движением. Грудная клетка коснулась пола, ушли в позу ребенка. Вперед, наверх и назад. Попробовали. Не забываем коснуться грудной клеткой пола между ладошек. Хорошо. Дальше собака мордой вверх, мордой вниз, плюс рука. Опять становимся на четвереньки, отрываем коленки от земли. На выдох тянемся рукой к щиколотке, затем ставим обратно руку. Опускаемся в позу собака мордой вверх. И делаем аналогичное движение с другой стороны. Потянулись, вернулись. Потянулись, вернулись. Вдох, выдох. Хорошо. Дальше. Ложимся на спину, ножки подтягиваем к тазу и
чтобы не ставить друг от друга далеко. Вытягиваем руки, тянемся к мизинчикам, касаемся одной рукой мизинчика и с другой стороны. Поочередно лопатки оторваны от пола, пупочек тянется в пол. С одной стороны, с другой стороны. Попробовали. Хорошо. Дальше упражнение кренар. Садимся на коленки. Спускаемся с одной стороны на пол от ступней. Затем поднимаемся тазом над коленками и опускаемся тазом с другой стороны от ступней. Сбоку это выглядит вот так. Спереди это выглядит вот так. Ручки в замок. Стараемся помогать переносить вес тела с помощью рук, не касаясь ничего в пространстве. Хорошо. Андрей, повыше поднимаемся, таз над коленками. Мы встаем на колени, не переползаем. Да. Дальше у нас варан. Становимся в упор лежа. Одну ножку сгибаем, ставим чуть-чуть в сторону, вторую оставляем прямой. Ручка со стороны согнутой ноги ставится ближе. И из этого положения мы отжимаемся. Касаемся щекой пола, затем поднимаемся и делаем то же самое с другой стороны. Ножку согнули, ручку подвинем. Рука к ноге, нога к руке. Сжались, поменяли. Попробовали. Не забываем разворачивать таз и отталкиваться ногой. Антон, пробуем. Ножку согнул, ручку надо тоже поставить. Да. После этого отжимаемся. Да. И меняем. Отлично. Есть вопросы по выполнению упражнений? Или все понятно? Все понятно. Отлично. Каждое упражнение выполняем 30 секунд, перерыв между ними тоже 30 секунд. И я буду напоминать вам упражнение и показывать. Все готовы? Можно кивнуть или показать ладошку. Хорошо. Первое упражнение. Собака мордой вверх, мордой вниз. Становимся в исходное на коленочках. Готовимся. На выдох. Прогнулись, на вдох, выгнулись. Приготовились. 3, 2, 1. Начали. Дышим глубоко, на выдох. Собака мордой вниз, на вдох, собака мордой вверх. Грудная клетка тянется к коленку. Не торопимся. Андрей, тянемся к коленкам грудной клетки. Еще 10 секунд. Хорошо, отдыхаем. Дальше скалолаз. Упор лежа, коленочка тянется к груди с одной стороны, с другой стороны. Поочередно. Дышим. Не лежим при этом, когда отдыхаем. Приготовились. Упор лежа. Начали. Коленочка тянется к груди. Продолжаем. Ладони под плечи. Не надо бежать, переставляем ноги. Дальше. Лодочка диагональ. Ложимся на живот, ручки выпрямляем, ладошка на ладошку смотрим.
А, Максим, я показываю упражнение, так что старайся подключиться. Правая ножка и левая ручка поднимаются наверх, затем левая ручка, правая ножка поднимается. Смотрим перед собой в пол. Подбородочек не задираем высоко, он у нас в нейтральном положении. Начали. Ладошка на ладошку смотрит. Хорошо. Дальше кошечка, садится в позу ребенка, руки вперед, проползли вдоль пола, коснулись грудной клеткой пола и поднялись наверх. В обратном направлении тоже там. Туда и обратно. Готовимся, находимся в позе ребенка. Начали. Не забываем выпрямляться на руках. Антон, касаешься грудной клеткой пола. Хорошо. Дальше собака плюс рука. Делаем собаку мордой вниз. Касаемся щиколотки рукой. Собака мордой вверх. Опять собака мордой вниз. Коснулись щиколотки рукой. И опять на вдох собака мордой вверх. Приготовились. В исходном положении. Три. Начали. Дышим глубоко. Дальше мизинчики. Ложимся на пол. Ножки пошире. Касаемся рукой мизинчиков на ноге. С одной стороны, с другой стороны. Не забываем дышать и тянуть пупочек в пол при этом. Готовимся, ложимся уже. Ноги ближе. Начали уже. Ножки ближе, тянемся руками, пальцы на ногах. Голову не опрокидываем. Держим ее в стабильном положении. Андрей, работаем. Хорошо. Дальше у нас крена. Садимся на коленочки. Ручки в замок. Поднялись над коленками, сели в сторону. Поднялись, сели в сторону. Как на лодке. Приготовились. Три, две, одна. Начали. Приподнялись, опустились. Руками не касаемся пола, не касаемся, продолжаем. И последнее упражнение, баран, ножка, ручка навстречу друг другу,
Отжались, поменялись план. Не забываем разворачивать таз и толкаться ножкой наверх. Приготовились. Две, одна, начали. Начали, варан. Еще раз что? Варан. Щекой тянемся к полу и меняем ногу. Да. Хорошо. Закончили, встаем и идем на месте. Дышим. Шаг на месте. А я не услышал, сколько сетов будет? А, кругов. Сегодня один. Дышим глубоко. Еще дышим. Из кадра не уходим. Хорошо. Остановились. Ручки в замок. Ручки в замок. Потянулись наверх. Стоим. Потянулись наверх руками. Теперь наклонились прямой спиной вперед. И опять наверх. Потянулись вперед. И наверх. Еще раз. На выдох наклонились, на вдох поднялись. Качались в сторону, в одну, в другую. Коснулись ладошкой плеча. С одной стороны, теперь наверх, с другой стороны, наверх, плечо, еще раз наверх, плечо. Садимся. Руки на колени, на выдох округлили спину, на вдох прогнулись, выдох, вдох, выдох, вдох. Уже начали, Антон. Заминаемся, растяжечка, чтобы позвоночник был здоровым. Хорошо. Пели бабочкой. Ручки сзади в упор, спину выпрямили. Тянемся грудной клеткой вперед и наверх. Спина прямая. Дышим глубоко. Ножки вытянули вперед, выпрямили спину, также ручками опираемся сзади, глубоко дышим. Хорошо. Встали. Встали. Встаем. На выдох ножки на ширине плеч опустились к полу, на вдох поднялись. Тянемся до туда, до откуда достаем.
Без рывков опустились, насколько мы можем. На вдох поднялись. Выдох. Пошли вниз. На вдох поднялись. Еще раз. Хорошо. Взяли коленочку на себя. За коленочку взялись. И потянули ее к груди. Стоим. Ложим равновесие. Большой пальчик и мизинчик на ноге упираются в пол. Поменяли ножку. Хорошо. Потрясли ручками и ножками. Закончили. Спасибо за участие в тренировке сегодня. Спасибо за тренировку. До свидания. Спасибо за тренировку. До свидания. Тренировку. Спасибо за тренировку. До свидания. Спасибо. Мария Константиновна, спасибо большое вам за сегодняшнее занятие. Миш, не слышно, но я поняла. И тебе спасибо. Все, Миш, можно отключаться уже. Всем счастливо. До свидания.